Сейчас мы вам продемонстрируем отработку команды ко мне. Порода немецкая овчарка, возраст 6 месяцев, кличка Малыш. На первом этапе заведите такой подсумочек, туда наложите лакомство, и все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, место. Рядом? Хорошо, на первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом, рядом? Дисциплинирует собаку. Хорошо, по рядом. Команде рядом собака рядом. Должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. Хорошо, то есть недельку-две поводите собачку рядом. На поводочке, отработайте команду рядом. Хорошо, рядом. Затем основные команды будете подключать поэтапно. Хорошо, малыш. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Гулять. По команде гулять собака должна гулять. В это время можно гуляй, с ней малыш, поиграться. Гуляй. То есть устанавливать с собакой контакт установить. Заодно подготовиться к отработке гуляй, команды гуляй, ко мне. Гуляй. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Ко мне. Хорошо, повторили ко команду, мне. Огладили, дали лакомство. Ко мне, ко мне. Хорошо, ко мне. Гуляй. Гуляй. Ко мне. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, хорошо, дали лакомство. Рядом. Хороший пацан. Рядом. Хорошо, рядом. Хорошо, малыш. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. 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 Хорошо. Едем. Место. Это мы вам продемонстрировали отработку команды ко мне. Порода немецкая овчарка, возраст 6 месяцев, кличка Малыш. Свою работу окончили. Молодцы, ребята. Молодцы. Кс.